Французская полиция подтвердила личность преступника, намеревавшегося совершить теракт в поезде Амстердам-Париж. Им оказался 25-летний гражданин Марокко Аюб Аль-Казани. Об этом сообщило французское телевидение со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Стало известно, что он неоднократно менял места жительства. Из Испании переехал во Францию, откуда совершил поездку в Сирию, а затем переехал в Бельгию. Именно в Брюсселе он сел на скоростной поезд «Талис». Французские спецслужбы внесли его в список лиц, представляющих опасность для страны, однако это не помешало ему хорошо вооружиться и ворваться в поезд. Предотвратить бойню помогла отвага и выучка американских военнослужащих. Один из них, Спенсер Стоун, получил ранение и был прооперирован в Арасе. В субботу его выписали из больницы. Состояние еще одного раненого пассажира поезда, в которого успел выстрелить террорист, остается тяжелым, но стабильным. Арестованный злоумышленник заявил, что намеревался совершить ограбление, а не теракт. Но теперь, когда его личность установлена, защите вряд ли удастся убедить в этом следствие.